Всем привет! Всем привет! Мы снова гуляем, а она уже свои сковородочки показывает. Наша молодая блогерша. Да, наша молодая блогерша уже затаривается посудой. Будем печь. Будем печь. Здесь вот такая елочка стоит за мной красивая. Ой, какая красота. Ну и мы зашли. Специально сюда привезла меня Милана, чтобы там Дед Мороз поет, да? Чтобы посмотреть вот эти красивые... Ну, где он там распился? Во дворце прям внутри. Туда нельзя зайти, да? О, какой нас красивый шелкунчик встречает, смотри. Бажарон, Дима Гур, шелкунчик. Он же молодой был раньше, прям постарел, бедняжка. 500 евро стоит? Ну ты даешь! Возрастной дороже. Как красиво все сделали, а? Посмотрите. Песенки поют рождественские. Супер. Да, у нас такие есть. У тебя. Ты ж забрала нашу елочку. Не нашу, она была Миланина, да. Так, здесь вот такая елочка стоит. Красивая. Много елочек по частям, по кусочкам. Шарики. Ну и все шарики, конечно, разделены по цветам. Это так здорово, классно. Кому какой цвет нужен, сразу подходит и забирает. Вот такие. Да. Аллилуйя. Это что такое? Машинка елочку везет. Ой, она прям пластмассовые такие, легенькие. Ой, какие красивые вот эти. Очень красивые. По 2,95. Да. По 2,95, по 3,50. Ну, цены разные, конечно. Это золото. Все в золоте. Такие красивые. Ну, и елочка рядом стоит в золоте. Так, бежевый с золотом. Бантики. А, вот рябина, да? Красная рябина. Красно. Маленькую надо. Вон ту, прям с елочкой, смотри. Вот красивая. Нет, я хочу. Нет, вот маленькая. Банты всякие красные. На двери вешают, на елки вешают, на макушки вешают. Даже розовые бантики красивые такие. Нам что ли розовый купить надо? Где она у меня убежала уже, Милана? Ну и вот всякие такие декоративные штучки для декора. Украшать. Вот тоже ссылкунчики. Горит, что ли, да, там включишь. Что ли горит подарок? А что это он горит такой? Сколько всего? Нитки даже, вот смотри, на нитки. Гирлянды, они как гирлянды, да, это? Ой. Каждый год новое все. Это что такое? Конфетка с такими мягенькими штучками. Колокольчики, да, какие-то? А ну? Ну, для красоты, но он звонит. Или поставить. Ага. Ой, как здесь красиво, весело, новогодний. О, Милана, ничего не надо было. Так празднично сразу на душе, так красивенько. Такие всякие колокольчики. Колокольчики. Что только нету, красивые все такие, боже мой. Ой, какие свечки. Тебе нравится? Я думаю. Ничего, симпатичные. А по одной? Или белый, у меня белый.
тебя же есть, Милан. Зачем еще вот эти? Но... У меня дома они золотые, а на Новый год мы будем делать серебряные. Ага, ну можно вот это и... или белые. Вот такие штучки. А здесь то. Дедушки, приветики. Дедушки-морозики. Вон их сколько. Девочки, мальчики, новогодние. Ой, какой снеговичок. Она тоже девочка. Снеговичок, девочка. Смотри, я такой еще не видела. Снеговичка. Снеговичка, правильно. Снеговичка. Снеговичка, да. Все прям девочки, да? Что, тебе ничего? Не нравятся? Вот такие еще маленькие. Ну, они маленькие. Вот моя рука. Вот такие маленькие. Это одиночные свечечки. А, подсвечники тоже, да. Подсвечники одиночные. Так, пошли дальше. Что здесь? Ой, сразу настроение хорошее. Вот так вот. Ой, а эти прям не могу вообще, какие смешные. Маленькие такие смешные девочки с мячиками. Ну, мордашки у них миленькие такие. Вот эти мне всегда нравились, девочки. Они еще есть разные, но правда есть очень тяжелые. Это не, это легенькая такая. Во-во, вот это очень тяжело. Прям не поднять ее. Это пенек прям для елки, да, подставка? Да, ух, какие там здоровые. Да ты что, новая мода сейчас, да? Ну, у тебя не поместится твое дерево на елочное. На... А, вот туда тоже не поместится. А, нет. Не, у нас там большой крест. Или надо его измерить. А зачем оно тебе надо? Зачем она? Для чего? Для Викуси не надо такой. Чего? Нашли. Что ты нашла? Поезд нашла. О, даешь. Вот садись в это кресло, я тебя сфотографирую, мил. Королевишна. Королевишна, снежная королева. Все для ребятишек. Так, ну вот, нашла на поезд, который искала. Все. Ну-ка, покажите. Бегает вокруг елки. Ты должна еще посмотреть диаметр. Он какой? 138. Пойдет, пойдет. А вон какие. Они все одинаковые? Нет, вон побольше. 23 евро. Мил. Он побольше. Все, я знаю. Вот, вот еще тоже побольше. Смотри, какой крутой. Как побежить вокруг елочки. Классно. Монахом раньше. Это на пол или на елку можно? На елку. Можешь спросить вон, типа. Как раз он там. Ну, а здесь почувствуйте себя в снежном лесу, девочки. Сейчас выбежит Белоснежка откуда-нибудь или Морозка. Оттуда выскочит сейчас Дед Мороз. А? Ну, не. Айко, это не для елочки. Я говорю, сейчас откуда-нибудь выскочит Дед Мороз. Почувствуйте себя в снежном лесу. Так, все, девочки, выходим, а то замерзнете. Заболеете, потом я буду виновата. Вот теперь здесь походим. На аттракционы теперь. Будьте осторожны, пристегивайтесь, чтобы не упали. Вау, как красиво. Вот это куда лучше, да, чем этот поезд. Красота. Какие красивые. Да и цены у них какие красивые, я тебе скажу. 140 еврошка.
Да, вон поезд тебе, пожалуйста, побежал, смотри. О, да, 250 шикарный. Евро. Обалдеть. Обалдеть, девочки. Хотите? Не хотите? Я знаю, что не хотите уже за 250 евро. Елки, смотри, как кружится елки там, боже мой. Конечно, шикарный аттракцион. Ой, прям как все настоящее. Целый город. Здесь вот такой город. Веселиться по-своему. Очень яркий, тоже красивый. Вот это тоже яркий, красивый. Катаются на конечках и стоит он 100 евро. Вот этот маленький. Я его просто увеличила сильно. Ну, а вот этот, вот моя рука и вот игрушка. 50 евро. Иду. 70 евро было 90, сейчас. Со скидкой он. Единственный. 69,90. Красотища, папа. Ну да, только эти. Ой, и лампочки горят, да? Это шутка. О, а здесь все скрипит. Идем в китайский магазин, посмотрим там тоже. Да. Здесь прям все скрипит, никак не поднимется. Шар. Так, пошли дальше, девочки, гулять. Здесь такая серебристо-синяя елочка с синими игрушками. Красота. Здесь вот такой цвет, какой розовый тортура и всего по чуть-чуть, по-моему. Все вот такие здесь подушечки новогодние тоже. Ничего мы там не взяли из новогодних. Просто вот эти сковородочки, которые она взяла. А здесь вообще вот такой огромный магазин. Здесь все. Все прям огромный. Просто новогодний был отдельно. Так, а здесь вот кухонное все. Фартуки, скатерти. Да у нас такие есть, Милана. Скатерти, подушечки на стульчики. Ну и все. Все кухонное такое большое. И много всего не кухонного тоже. Ой, такая красота на небе. О, мы уже ушли оттуда, пришли в другой магазин. Милана, а, я думала, ты убежала. Всем привет еще раз. И... Сидит? Спит, она вся белая. Такие здесь тоже Дедушки Морозы. Другой заехали тоже. Сейчас посмотрим, что здесь будет хорошего. Ой, Мишина Кудисай запел, блин. Только подошла, он запел. На-н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 а. Какое хочешь? 49,90. Споем, друзья. Споем, надо петь. Ой, боже мой, все поют, все пищат, все трещат, все кружится, бежит. Такое у нас сегодня будет новогоднее видео, предрождественское. Все бабусики катаются, такие красавицы, боже мой. Ну говори, как здесь шумно, девочки, у вас еще голова не заболела? Ой, все заболтали, заговорили. Все, успокоился, дедушка, спасибо. Пошли дальше. Тут другой запел. О.
Что ты нашла? Что ты нашла? 16,90. Вот так это делаешь на ножку. На ёлку. Блюдо. Декоративные. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Коробочки, да. Коробочки. Они просто пустые, да? Да. Декоративные. Конфетки, наверное. Да, конфетки положил и все. Юсики. Поюси. Все.